всем тем ребятам, я вот их здесь вижу. Я вам напоминаю о том, что этот клуб строился, в общем-то, благодаря тому, что нам помог один очень солидный, хороший человек, Дмитрий Малахов, который дал нам вот это помещение под разгром, под раздрай, вот под это самое, так скажем, черное, зеленое танковое поле. Сейчас мы натянем эту ленточку и пригласим сюда Дмитрия Малахова. Ну что ж, аплодисменты вам! Открываем ленточку!